Тонис. Нет фола. Чанхуик. Да. Удар. Удар и гол. Сувон выходит вперед. Вот так вот. Ким Мину опять. Дубль капитана. Да, ну здесь, конечно, Чхой Пильсу сделал подарок. Не первый раз он вот так отбивал мяч. Неуверенно. И замена. Так. Хан Иквон появляется, 9-й номер. И меняет 12-го Ким Тэхвана. Ну, еще раз смотрим повтор голевой атаки. Нет никакого офсайда. Офсайда нет. Ну, это тихий ужас. Ну, это вот те самые проблемы с вратарским воспитанием. С образованием. С вратарским образованием. Вот здесь хорошо будет видно, как ошибся Чхой Пильсу. Да, обидно. Очень обидно для Пусана. Но ничего не поделаешь. Так, кто у нас вышел? Вышел 9-й номер Хан Иквон. Так и запишем. Хан Иквон.